Здравствуйте. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Привезли мне заказики. Вот, вторую посылку. Это на днях, это сегодня. Сейчас сентябрь, бархатный сезон, природа наполняется яркими красками, и я с вами сегодня в ярком сарафане. Привезли сегодня 26-ю посылочку, 26-й заказ Siberian Wellness, а два дня назад привезли 25-ю посылку. В общем, сегодня мы с вами будем смотреть и разбирать две посылочки. Так что добро пожаловать ко мне на кухню. Ну что, будем смотреть, что на этот раз в посылке. Пока на моей кухне мультиварка готовит плов, мы с вами разберем посылку. Я буду делиться с вами своими заказами, что я заказываю в Сибирском здоровье. А сегодня в своем чате Telegram я провела розыгрыш августа среди клиентов, которые делали заказы в августе, а также среди тех, кто размещал отзывы в чате о продукции, которую они уже попробовали. Итак, сегодня было два победителя. Одна девушка выиграла зубную пасту от меня, которая гелевая, лемонграсс и кинота, а другая девушка выиграла витаминки Лапотоп, вкусненькие такие вот дрожжи желтенького оранжевого цвета со вкусом апельсина, вкусные и полезные. Я каждый месяц стараюсь проводить розыгрыши, иногда бывает даже, что и не один. Вот у меня, кстати, был объявлен один приз, но я решила сделать два приза, и поэтому было два победителя. Сейчас буду готовить розыгрыш на сентябрь. Придумаю какие-нибудь интересные на этот раз подарочки. Когда я работала с компанией Marie Kay, я каждый год к Новому году дарила каждому клиенту подарок. И вы знаете, так было приятно смотреть на счастливые лица, когда многие люди, даже вот помню, одна женщина, она аж заплакала, прослезилась, она говорит: «Мне так давно никто не дарил никакие подарки, не делал подарки». И ей это было так трогательно. А мне очень приятно делать подарки. И мне хочется как можно больше делать добра в мире. Обе посылочки я открыла. Вот предыдущая у нас была полная коробка, а в этой проложена бумага, чтобы не тряслась продукция. В этой посылочке много коробочек одинакового товара. И сейчас я начну с него. Это органический магний. Вы знаете, когда я была беременная, мне назначала гинеколог пить магний. Ну, наверное, всем беременным гинекологи назначают магний. И на тот момент я вообще не знала, что магний – это, оказывается, минерал спокойствия. Я думала, что магний, он так вот от судорог помогает, а оказывается, это минерал, который нужен для успокоения организма. И вот в нем содержится еще экстракт валерьяны, экстракт листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника байкальского. В общем, понимаете, это минерал, который нужен для успокоения организма. Не зря ведь говорят, что все наши болячки от стресса. Нельзя переживать. Когда мы переживаем, то наши силы организма направлены на устранение стресса и дискомфорта, чтобы все системы в нашем организме продолжали нормально работать и чтобы человек выживал. Поэтому спокойствие – это главное, наши нервы – это главное. Вы знаете, мы даже вот с партнерами порой говорим, когда большое напряжение идет, когда много работы, и мы иногда говорим так: «Пошла я выпью магния, пойду успокоюсь». 3 капсулы в день на ночь, особенно вот у кого давление низкое, то этот магний нужно пить на ночь. А у кого высокое давление, то магний пьем утром или днем. Кстати, магний, он нормализует давление. Вот посмотрите, сколько магния пришло в этой посылке, даже меня не видать. 15 пачек магния. 15 упаковок магния заказали мы на этот раз.
Кстати, на днях я была у доктора, у эндокринолога, и он мне рекомендовал принимать магний. Этот магний в форме цитрата. И, в общем-то, я именно хороший магний, который очень хорошо усваивается организмом, я выбираю пить именно такой магний. Для защиты мочеполовой системы. Медвежьи ушки и брусника. Растительный комплекс на основе экстрактов толокнянки и корня хрена с листьями брусники и ягодами клюквы обладает ценным антимикробным и противовоспалительным действием, препятствует застою мочи. То есть, когда беспокоят какие-то проблемы в мочевом пузыре, циститы, например, когда какие-то болезненные мочеиспускания, конечно, мы бежим к врачу, но параллельно вот этим средством мы можем поддерживать свой организм. А вот это заказала напиток какао с пребиотиком. Это уже из серии для детей, но я тоже хочу попробовать это какао. Мне нравятся вкусные напитки, тем более те, которые не содержат сахара. И еще заказала вот такие вот витаминки кальцитопс, хрустящие шарики с какао-маслом для деток. Это для защиты и без вреда для зубов с кальцием. Они идут со вкусом малины, то есть это шарики в малиновой глазури. Придают сил и энергии для гармоничного роста на основе правильного заменителя сахара. Так, с натуральным кальцием из микроводорослей для правильного роста и крепких зубов. То есть вот, пожалуйста, для деток можно брать, детки растут, и им кальций необходим. И можно деткам вот это какао давать по утрам или в течение дня. Какао с пребиотиком, заботиться о животиках и для роста, для зубов, для костей. Вот такие вот хрустящие шарики. Они кругленькие, их по нескольку штук можно в день. Крем-уход для волос увлажняющий. Я говорила, что его мужчины берут себе для бороды, а вот женщины заказывают его для ухода за волосами, чтобы увлажнять кончики волос, чтобы они были красивыми, здоровыми и чтобы не секлись. Для увлажнения волос. Я много лет была консультантом компании Mary Kay и проводила мастер-классы по уходу за кожей лица. То есть я об этом знаю все о домашнем уходе за лицом. Вот, я искала альтернативу косметике Mary Kay. И мне важно было, чтобы эта косметика была для разного возраста, для разных типов кожи, чтобы на разный бюджет можно было взять. Кому-то нужно подешевле, а кому-то нужно самое лучшее премиум-класс. Так вот, в Сибирском здоровье я нашла как раз-таки вот эту нишу именно косметики, то, что я искала. И я заприметила себе давно интеллектуальную сыворотку для лица. Она обладает омолаживающим эффектом и улучшает цвет кожи лица. Я ее заприметила, очень хотела ее себе брать, и сейчас я ее купила со скидкой 50%. То есть я за эту же цену взяла себе сразу две, потому что я очень люблю сыворотки. Сыворотки наносятся на кожу до увлажнения, обязательно на очищенную кожу, то есть после очищения, после маски, после тоника наносим сыворотку, а потом уже наносим увлажняющий крем утром и вечером. Также сыворотку мы можем наносить не только на лицо, но и на шею, на область декольте, можно на руки наносить. Омоложение, питание, красивый цвет. Здесь защита от ультрафиолетовых лучей имеется. Гиалуроновая кислота в составе. В общем, сыворотка бесподобная. И она создана специально учеными Сибирского, Новосибирска, учеными Сибирского здоровья. В общем, это уникальный продукт, который как бы не в каждой компании найдешь. Вот такой у нас был 25-й заказ. А сейчас посмотрим следующую посылку. И, кстати, здесь у нас тоже магний. Вот еще два магния в этой посылочке идет. Зубная паста, которая содержит два вида кальция. Жемчужную пудру.
Это L-аргинин. Мужчина заказал себе. Это кислота, которая нужна для наших мышц, для тела, для здоровья тоже. Природный инулиновый концентрат для пищеварительной системы, для желудочно-кишечного тракта. А я себе заказала 2 витамина D3. Это тоже мне назначает эндокринолог. Я уже одну пропивала, один тюбик. Теперь еще себе 2 взяла, потому что мне витамин D3, доктор сказал, пить на постоянной основе. Только его дозировку на лето немножечко уменьшать, а зимой увеличивать. Так, гинго-белоба и байкальский шлемник. Природные средства помогают улучшить мозговое кровообращение и укрепить память. Йохимби и сибирский женьшень оказывает жиросжигающее действие и повышает сексуальный потенциал. Придает сил и повышает физическую работоспособность. Глюкозамин и хондроитин для защиты хрящевой ткани. Повышает качество внутрисуставной смазки и снижает риск возникновения воспалительных процессов, обеспечивает легкость и комфорт движений. А вот это специальный комплекс для защиты сердечно-сосудистой системы. Называется он «Пульсбокс». Здесь все собрано, вам не нужно отдельно собирать какие-то компоненты, достаточно просто взять один такой комплекс для защиты сердца и сосудов. Здесь будет 30 пакетиков на 30 дней, на месяц. Один пакетик принимается в день, и здесь идет 3 капсулы. Витаминно-органический комплекс защищает сердечно-сосудистую систему. А здесь еще омега-3 кислоты, они регулируют текучесть крови, артериальное давление, ритм сердца и эластичность сосудов. А еще здесь идут омега-3 кислоты с ликопином. И вот этот ликопин – это один из самых необходимых антиоксидантов для сердечно-сосудистой системы, который регулирует уровень холестерина в крови. Вот такой вот 25 и 26 заказы. Видите, как получила их практически в одно время, в 2 дня разницы. В общем-то, посылки очень быстро приходят. Если у вас какие-то вопросы по продукции, то можете мне в личку задавать вопросы. Я вас благодарю за внимание, что вы со мной, и рада быть вам полезной.